есть вот такая легенда, опирающаяся на былину реальную и на реальное место, о соловьи-разбойнике. Эта легенда связана с путешествием через эти земли Ильи Муромца, былинного богатыря, который, проезжая в стольный Киевград, по дорожке, которая забурьянила, заколодила, замуравлена была, то есть вся заросла из-за того, что здесь был соловей-разбойник, решил эту дорогу прямоезжую короткую, которая в два раза была короче до Киева от Владимира, решил освободить от соловей-разбойника. И соловей-разбойник описывается как существо, сидящее на девяти дубах, на семи суках, причем эта легенда подпитывается и до сих пор теми местными поверьями, что действительно в селе Девять Дубов находился дуб, росший из одного корня и составлявший вот девять стволов, на вершине которого было такое гнездо соловей-разбойник. Это место вполне реальное, возможно, даже опирающееся на какие-то реальные события. И по легенде, затем соловей-разбойник, который своим посвистом мог даже убить и тем более испугать, вот соловей-разбойник был побежден Ильей Муромцев и взят в стольный Киевград. Существует два варианта легенды. Одна из них, что не поздоровилось соловью-разбойнику. Но есть другой совершенно вариант, что Илья Муромец своей святостью и силой богатырской так сагитировал соловья-разбойника, что тот стал сподвижником Ильи Муромца, перевоспитался и из плохого соловья-разбойника стал таким нашим соловьем, который затем служил князю Владимиру Красносолнышко.